здесь. Хорошо. У нас кто-нибудь есть в комнате? Нет. Давай пригласим Амалию и спросим насчет печати. Мы просим Амалию прийти к нам в комнату диагностики. Здесь Амалия. Мы приветствуем Амалию. Здравствуйте. Она приветствует нас. Мы сегодня столкнулись с такой проблемой насчет, вы в курсе, насчет печати. Где нам взять эту печать? Она говорит, вы должны сделать свой герб. Мы должны взять... На нем должен быть арго. Арго. Арго вот этот... А можете показать, как этот... Или нам самим надо его сделать? Она показывает. В общем-то, это вот... Запомнишь? Здание, которое я там видела, то есть храм, на что он похож, как дворец, вот. Запомни это в картинку насчет 3, 1, 2, 3. Четко ее видишь, потом найдешь ее. И как она должна быть, и мы поработаем тогда. Благодарим большое, большое спасибо. Как у Амали дела? Все хорошо? Да, все прекрасно. Отлично. Мы свою работу, по нашей работе, у нее есть какие-то замечания сегодня? Она говорит, вы сегодня перешли на другой уровень. Что это значит? Это значит, у вас открыт доступ выше. О, спасибо большое. Если бы мы знали, сколько уровней были, есть и где мы находимся, тогда было бы, конечно, легче. Но выше это лучше, чем ниже. Спасибо большое. Какой бы подарок хотела Амалия сегодня от нас получить? Чем бы мы могли здесь ей приятного сделать? Она мне почему-то вот у ангелов показывает, а просто у меня энергия 1100. И она знает, что мне делает, как вот охлаждает, что ли. Охлаждает. Ну да, чтобы тебя не разорвало. Так ты скажи, Амалия, что хотели бы вы получить сейчас? Чем бы мы могли вам приятно сделать? Она говорит тебе, как тебе твои крылья. Отлично, я очень благодарен за эти крылья. Мне их Архангел Ханил передал, и я очень был приятно удивлен, увидев его. Даже представить не мог, какой он высокий и красивый. Я очень рад этому. А что это означает, в принципе, эти крылья, если можно спросить? Ну, вот она хочет сказать тебе как раз, что он тебе их не передал, он тебе их открыл. То есть вы не зря сегодня были на этом уровне ангелов. То есть он мне открыл их. Но мне, когда я был наверху, у меня такое ощущение было, что я их получаю сложенными вдвое. Вот как будто... И он мне сказал, что передаю, а вот якобы... Придержал для тебя, или вот как-то он так интересно сказал, или возвращаю он тебе? Придержал, вот, но вот она и хочет сказать, что крылья же просто так не даются, должно быть место для крыльев, правильно? То есть, понял. И сейчас это место появилось, да? Тебе, нет, оно у тебя было, вот он тебе его, и ну как, оно было невидимое, он тебе их открыл и вернул крылья. Понятно. Благодарю. Сердечная благодарность Архангелу Ханилу. А вот мне показывает, что где-то они у тебя уже были, но были черные крылья. Тебе их обрезали. Оу. И сколько жизней назад это я так погулял с черными крыльями? Она говорит, это лучше к кураторам. Вопрос к твоим личным. Моим кураторам, понял. Лучше я туда не полезу, если я с черными там был. Мне даже, наверное, вспоминать не хочется. Мне тоже сказал, нам Ханил или Архангел Михаил сказал, не стоит все вспоминать. Но она вот показывает единственное, много-много жизней назад. Много-много жизней, все. Знаешь, почему информация идет? Потому что... ну, у тебя много исправлений было. То есть душа исправлялась и исправилась до того, что у тебя есть доступ к Архангелу. То есть если бы
ты был ниже, ты бы, ну, не дошел до него просто. Амалия, У тебя было много жизней. а на каком уровне я сейчас нахожусь, Амалия? Уровне чего? Духовный уровень развития, или с какой уровня я пришел, где мой Но высшее я она нахожусь? говорит, это твое высшее я же. А, ну да, это же мое высшее я. Ну, в принципе, и мы были на 18 уровне ангельском сейчас. Я не думал, что у нас туда доступ есть. Она говорит, это разные уровни. Понял, понял. Значит, мы когда-нибудь в другой раз спросим, и вы нам объясните более подробно, чтобы понять это. У нас еще есть очень много вопросов именно к вам, Амалия, по другим вопросам. Я их соберу, и если вы не возражаете, мы как-нибудь с вами пообщаемся в уютной обстановочке. Только вы и мы. Она говорит, у вас сегодня неспроста такая комната. Пусть хоть кто-то объяснит. А что это означает, Амалия? Скажите, пожалуйста. Ну вот она и говорит, что это означает, что вы переходите на новый уровень. Оу. Вам нужно больше места. И она говорит, теперь давно пора открывать свой ящик с инструментами. Да, кстати, у нас там есть ящик с инструментами, Вера. Мы должны уже потихонечку начинать. Амалия, мы хотим посетить Архангела Рафаила по его приглашению в его клинике. И нам бы хотелось бы узнать там пару интересных, может быть, Она каких-то. говорит, вы не, это не ваше желание, вы должны его посетить. Хватит гоняться за сущностями. Вам пора помогать людям реально. Ну, Понятно, то то есть есть лечить. лечить людей. Да, излечать. Все, будем, обращаемся на это. Но мы пока набирали опыт. И, в общем-то, я думаю, мы неплохо его набрали, если перешли на второй уровень, на следующий уровень. Да, вам открылось сегодня. Ну так это же ваша похвала, вам похвала, Амаля. Это вам похвала. Ну вы же как куратор тоже ж там как-то с нами. Она говорит, что мы очень быстро развиваемся. Хорошо, будем. Наигрались сущностями, теперь двигайтесь дальше. Все Может, понятно. она говорит, может, у вас опыт небольшой, но вы берете главное. Хорошо. Понял. Ну, с такими учителями и кураторами это, в принципе, очень легко, скажем так. Благодарим. Чем мы можем Амалию отблагодарить сегодня за этот визит? Ты знаешь, она говорит, что нам другого куратора скоро дадут. Серьезно? А почему? Она переходит, остается, в смысле? Она говорит, вы пойдете дальше. Но мы с ней можем встречаться все равно. Да, конечно, да. Отлично, мы А, не. нет, как? Смотри, у нас будет просто еще один, который, ну, как я вижу, тоже с крылышками, который именно лечить будет помогать. Все понятно. Значит, будем тогда готовиться к этой встрече. В любом случае, благодарим Амалию за эту приятную новость. И хотели бы подарить ей что-нибудь. Давайте, Амаля. Все, что сердцу угодно. Амалия хочет воду родниковую. Отлично, хорошо. Давай тогда сделаем сейчас. Ты сделаешь, у тебя в руках, значит, три появляется амфора с чистейшей кристальной родниковой водой земли. Один, два, три. И передай, пожалуйста, эту амфору. Она хочет водопадик, такой, Водопадик. как лагуна небольшой, да. И визуализируй слева от тебя водопадик, небольшую лагуну. Один, два, три. Есть. То, что она хотела. А знаешь, она говорит, я заберу всю эту визуализацию. Мы ей дарим сердечно. Вместе с амфорой. Да. Отлично. Хорошо. Мы рады, что мы доставили приятное ощущение Амалии. И будем тогда прощаться.
Хорошо. Благодарим Амалию. И переходим тогда к расформированию комнаты диагностики. Галактическое ядро в первичную энергию носится. 1, 2, 3. Очень жалко было такую комнату расформировать. Ну, да, теперь есть. Только будут, отлично. Хорошо, и переносимся, перемещаемся с тобой в пространство Абсолюта. 1, 2, 3. Мы здесь, нас синий приветствует. О, мы приветствуем синего. Рады, давно не появлялся. Как у него? Все в порядке? Он говорит, какие вы большие стали. Все сегодня нам что-то говорят, что мы чего-то достигли. Он мог бы объяснить, о чем идет речь? Мы поняли, мы там на какую-то ступень перешли. Но он говорит, вы подошли ближе к каким-то знаниям о себе. Понятно. Спасибо большое за разъяснение. Что-то сказать хочет, я не могу понять. И синхронизируйся с синим на счет 3. 1, 2, 3. Он показывает больше. А ну, что он показывает? Ну вот он показывает этот ангельский уровень. Но он и говорит, что вы же не зря там оказались с крыльями, но вы не ангелы. Что-то вот такое идет, что почему-то показывает твои плеяды, мою планету. Плеяды — это вообще для меня закрытая тема пока. Я даже не пойму, кто мы. Но он не говорит. Он говорит, что сегодня вы приблизились. Он не скажет, конечно, нет. Должны вспомнить, конечно, честно. Так, пониманию, кто вы. Угу. Хорошо, отлично. Мы принимаем с благодарностью эту информацию. Хотел бы синий получить сегодня от нас какой-то подарок по поводу встречи. Говорит, я бы хотел такие же крылья, но... Серьезно? Но останусь, говорит, как есть. Смеется. Так у них еще хорошее чувство юмора там наверху. Отлично. Ну хорошо, видите, ваша подопечная уже синяя, с крыльями. Так что, значит, ваша помощь просто бесценна. Особенно с этими проверками. Мы до сих пор благодарны и других учим этому. Он говорит, дай мне волшебное перо. Я буду хорошо писать. И на счет 1, 2, 3 появляется волшебное перо. Длинное, высотой около 70 сантиметров. Как оно и должно быть. Самое лучшее для того, чтобы писать. Знаешь, перо сперва, ну, как-то он у меня вроде как просил, да, но перо ему отдал ты. И за это он сказал, что я буду тебе писать тексты. Ой, спасибо. Ну, я же стараюсь, я же их пишу. И я эту информацию чувствую, которая мне идет, и я очень благодарен за нее, потому что мы уже очень пару текстов таких написали, которые показывают свою действенность, и очень ценим. Он говорит, я все-таки не твой куратор, а верен, поэтому буду через нее, ну как, давать идеи, как бы, а тексты пишешь. Ну вот ты видишь, Синя, дело в том, что мои кураторы чего-то вот не приходят часто. Пришел один раз Владимир, я так и не понял, кто это, оставил еще больше загадок, чем до этого было, и сказал, вспоминай, и уехал на коне. Вот, мой куратор появился один раз и дал мне расческу, вот, для успокоения. А так они не вмешиваются почему-то, вот, в мою, не так часто приходят, как вы приходите к Вере. Потому что они думают, я сам справлюсь. Он говорит, нет, это странно, у тебя должен быть куратор. Я вот, честно говоря, кроме, я с Архангелом Каниловым чаще общался, чем со своим куратором. Один раз пришел Арну. Даже не знаю. Он говорит, зови Арну. Зови Арну позвать, хорошо. Потому что, говорит, Владимир, он очень издалека. Издалека времен. Понятно. Но я так и не понял, какое отношение Владимир имеет ко мне. Он говорит, ты это я это ты. И ушел. Это фантом был или это учитель? Это кто это был вообще? Он мне дал, правда, копье. И защиту дал. Передал. Ты знаешь, он говорит, что это твое напоминание, что не надо делать.
что не надо. И блокирует это не кто-то, а ты сам. Ты не хочешь это вспоминать, он говорит. Понятно. Значит, есть чего бояться, ничего не хочется вспоминать, наверное, да? Все мы не без греха, он говорит. Понятно, понятно. Значит, в средних веках я погулял нехило. Ну что ж, будем... Нет, он говорит, это было дальше. Еще дальше. И вообще какая-то информация идет, что это было вообще... Ну, или параллель, или другая планета, да. То есть, или параллельный мир какой-то, или что-то. То есть, идет вот именно глубоко. Иди глубже, вот что-то такое. Ну, это понятно, это надо на Плеяды лететь и разбираться. Потому что он говорит, средние века, это не так уж и далеко. Ну да, значит, это было еще дальше лежало. Глубже. Глубже, хорошо. Глубже. Глубже во времена, вот времена именно. Угу. Не во время, времена. Спасибо. Но это говорит с ними. Если он говорит, что этот Арно вот больше расскажет тебе. Я в следующий раз приглашу Арно, и мы поговорим, пообщаемся. Буду рад, если вы тоже присоединитесь. Ну, он говорит, я могу только послушать. Не, ну конечно, но все равно приятно, когда вы приходите на наш сеанс. Спасибо, благодарю вас, говорит. Ваша помощь неоценима, потому что, если бы не вы, мы наделали очень много ошибок. И еще один вопрос, Синя, я хотел вас спросить насчет вот этой радиации, которую мы на Солнце подхватили. Это нам, конечно, был урок, вот, серьезный, что мы, в принципе, паром, и потом в водопаде стояли, с нас пар шел. Мы на какую-то там ловушку попались, или это такие сущности, которые там живут, потому что они немножко отличались от наших представлений. Поэтому толком ничего особо не увидели, но получили такую серьезную дозу, которая сразу там высасывала с нас энергию. Он говорит, это солнце, там есть много чего. Ну, понятно. Даже и еще он говорит, что вы, ну, до самого солнца мы даже не долетели. То есть это одно из, как сказать... Предсолнечных состояний, да? Территорий. Территорий. Но на территории самого Солнца мы были, да? Да, да, да. То есть вот лучи, которые от него отходят, да? Да. Энергия, вот эта оболочка, вот в ней мы были. Понятно. А как получилось так, когда мы с такой защитой пролетали там, в меня вселилась солнечная сущность, которая потом из себя вытаскивала, у меня голова разболелась, и он сказал, что он проходит везде. Но это солнце, территория солнца, конечно. Территория. Защита, она не была от жителей солнца. Защита была, чтобы ожог не получить. Все понятно, теперь понятно, поэтому мы так все случилось. Все, благодарю, отлично. На все вопросы получили ответ. Как приятно работать с такими приятными кураторами. Говорит, что любой опыт, он полезен. Да, да, этот опыт нас заставил подумать, и поэтому мы в следующий раз будем думать, куда уже лететь. И что это может нам дать вообще, и даст ли нам это что-то. И он еще говорит, и что говорить, потому что тайны Земли, они все-таки существуют. Да, я благодарен. Будь с этим осторожен. Я благодарен за то, что он мне об этом сказал, и тогда предупредил на месте, и сказал, что не допустил бы, если бы что-то лишнее было. Я это очень оценил, благодарю его за это сердечно. Говорит, на то я и куратор. Получается, не только Вера, но и мой. Все равно благодарю. Хорошо, все, мы тогда будем прощаться, если он не возражает. Да, он не возражает. Мы прощаемся с ним, посылаем ему энергии любви и благодарности. Он тоже. Возвращай меня обратно в тело, укладывай, подключай и синхронизируй. 1, 2, 3. Угу. У тебя теперь есть... Кроме третьего глаза, еще и крылья. Представляю, как это со стороны выглядит. Хорошо, отлично. И возвращайся, пожалуйста, в нейтральную зону Млечного Пути. Ага, смотри, подожди, у тебя вот эти крылья, ты еще можешь ими, у них такая функция есть, то есть, если ты где-то, да, вообще где-то среди людей, в толпе там или на улице просто. В общем, этими крыльями ты можешь вот так махать вперед, да, как вот немножко волну делать, да, и ты разгонять будешь их эти, ну,
то, что идет от людей, как бы, или место, где ты находишься. То есть ты можешь вот так погонять энергию ими. Понял, я сейчас увидел если это. Если дискомфорт какой-то чувствуешь или что-то. Да и если не чувствуешь, то есть ты можешь еще вот так шевелить энергию. Отлично. Люди не будут понимать, что это, но их будет это касаться, потому что ты баланс нарушаешь вокруг. Понял, хорошо, спасибо большое. Спасибо, хорошо. Переносись тогда назад в Млечный путь, нейтральную зону. 1, 2, 3. Да, я здесь. Хорошо, мы все сделали, что хотели, готовы выходить. Ты готова выходить? Да.